Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня на мне костюм, кардиган и брюки. Этот костюм был изготовлен для моей подруги, клиентки. А у меня многие мои клиенты стали чудесным образом подругами. И вот она любезно предоставила мне этот костюм продемонстрировать для вас, для моих зрителей, для моих подписчиков. Ну и мне тоже захотелось этой обновкой поделиться, так как она нравится мне, нравится ей. Здесь есть на что посмотреть. Все, опять же, просто, но за счет красивого сочетания ткани, пропорций, смотрится очень даже мило, стильно, элегантно. Подруга меня крупнее, ну и, соответственно, выше, он на мне свободно. Я завернула рукав и таким образом продемонстрировал подкладочку в горошек. Вот видите, все чудесно подобрано, подкладка, пуговички, сочетание клетки и яркого насыщенного василькового цвета, который у нас по спинке кардигана, в брюках, по рукавам. Клиентка захотела клетку, но так, чтобы клетка ее не полнила, не увеличивала. И, в принципе, чтобы клетки не было много, потому что, делая костюмы в клетку, возникает такое чувство, что как бы клетка доминирует, хочется ее чем-то успокоить. И в данном случае гармонично вошел основной цвет васильковый, и он уравновесил композиционно нашу клетку. Мало того, он еще и вытягивает и уменьшает зрительную фигуру. Вот прием, когда по боку проходит лампас или же отрезной бочок в другом более темном цвете, нас всегда вытягивает и обрезает. Также вот в этот рельефчик введен карман, и все аккуратно, удобно и элегантно смотрится. У меня плечо кокетка переходит в цельнокройную стойку. Ну и на спинке тоже наша стоечка невысокая, заведенная на шейку, аккуратно смотрится. Здесь воротник отложной, но можно сделать его и можно и закрывать при желании, или же симметрично открывать. У меня еще к этому костюмчику предусмотрен вот такой шарфик. Осталась клеточка, кусочек ткани. Ну и захотелось сделать еще и шарфик. Вот, ну или же каким-то другим образом его размещать. Вот такой шарфик. Можно шарфик завязывать на сумочке. Очень захотелось тоненький, он одинарный, с маленькой бахромой. Вот почему бы и нет. Сейчас мы с вами на столе посмотрим мою схему с размерами, с привязочками. И вы сможете такой костюмчик, такую идейку взять себе на заметку. Можно делать не только в костюмной ткани, но и в пальтовой. Сейчас похолодало, и как раз такой вот прием очень будет хорошо смотреться в пальто, в теплой ткани. Я вам покажу в расстегнутом варианте, так как будто бы это на брошенном пальто. Вот вы видите подборд, видите подкладочка гороховая. Сзади у меня шлица на пальто, на кардигане. Также брючки вы видите со стрелкой и зауженные. Стрелка вытягивает, украшает. Я люблю брюки со стрелками из костюмной ткани. Ну вот, стильно, красиво. Здесь может появиться блузон
Сейчас мы все нюансы, все размеры рассмотрим на столе. Пожалуйста. Перед вами моя схема. Схема, рисунок нашего кардигана, можно сказать, летнего пальто. Вы видите, здесь размеры указаны, размеры длины по спинке изделия. Указана ширина нашего отрезного бачка, плеча, переходящего в цельнокройную стойку. Мы видим ширину рукава по низу, место расположения кармана от низа. Наш кардиган застегивается, верхняя пуговица находится на уровне груди. Отрезной бачок и отрезное плечо попереду. Это мой излюбленный прием, когда я хочу сделать более стройной свою клиентку, заузить фигуру, сделать ее меньше. Ну, а здесь женщина захотела изделие в клетку, и я ее таким образом смогла удовлетворить, потому что полностью в клетку было бы много. А вот так аккуратно у нас здесь есть и клетка, и основная ткань, с помощью которой я еще ее немножечко сделала меньше визуально. А клетка зазвучала на фоне этой основной ткани нарядно, сочно, ярко, выразительно. И именно плечо шириной 6 сантиметров, а бачок 8 сантиметров, это как раз те размеры, когда они уже начинают выполнять вот эту функцию заужения, но при этом наш перец смотрится как полностью в клетку, то есть он красиво смотрится в пропорциях. Также вы увидели здесь на спине шов по центру без выточек, со шлицей по среднему шву. Ну, высоту шлицы вы регулируете индивидуально под себя. Опять же, здесь была задача сделать прямое, ровное изделие. Для меня оно лично свободное и великовато. Я люблю более приталенный силуэт в элегантных пальто и кардиганах. Но, опять же, если вы хотите, вы уже для себя можете добавить выточки или добавить рельефчики по спинке, как-то более заузиться, приталиться за счет боковых швов. Это уже индивидуально. У меня спущенное плечо по пожеланию клиентки. Ну, а здесь вы, опять же, тоже можете сделать прямое фиксированное плечо, заведенное, как вам захочется. Расход основной однотонной ткани 1,80 м и подкладки столько же, а расход ткани в клетку одна длина изделия 1 метр. Этого достаточно. Даже остался выпад на шарфик. Вот мы сейчас с вами рассмотрели такой чудесный кардиган. Я вам его рекомендую. Сейчас много появилось тканей в клетку. Вот как раз эту идею можно использовать и в пальтовой ткани, обыгрывая нашу клетку. Так, вот я сейчас застегиваю его. Вы видите спущенное плечо, прямой силуэт, ровное. Удобная, нигде ничего не зажимает, не ограничивает. Очень прекрасно смотрится. Может оно быть для любого размера, элегантно, стильно. Ну, если вам захочется приталить, это не проблема. Можно его сделать более аккуратным. Надеюсь, вам понравилась эта новиночка. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Буду вас радовать своими идейками. Всего доброго!